В этом видео я хочу поговорить про женское психологическое насилие. Практически каждый мужчина подвергается со стороны женщин постоянному психологическому насилию. Хотя большинство мужчин в этом не признаются даже сами себе, потому что, по их мнению, для мужчины стыдно подвергнуться насилию со стороны слабой женщины. Вы просто вспомните, сколько раз за последнее время женщины, с которыми вы общаетесь, например, мать, жена, сестра, дочь, любовница или просто какая-то баба, с которой вы пересекаетесь по работе, пытались сделать вид, что на вас обижаются, пытались вас завиноватить, обесценить или вторгнуться в ваше личное пространство. Я думаю, что каждый из вас помнит не один и не два подобных случаев со стороны женщин, а ведь это все проявление психологического насилия. Где-то я читал, что способность к психологическому насилию развилась у женщины в качестве компенсации за то, что она физически слабее мужчины. Но мне кажется, на самом деле им просто нравится это делать. Совершая психологическое насилие над мужчиной, женщина тем самым повышает свою самооценку и, конечно, испытывает от этого очень приятные эмоции. Так вот, я думаю, что мужчине для сохранения психологического здоровья не стоит никогда и никакой женщине давать возможность самоутверждаться за свой счет.